Всем привет на канале Хилганта. Сегодня мы начинаем новую игрушку под названием «Одни из нас». Обновленная версия или The Last of Us. Ну, давайте окунемся в новый мир уже. Так, ну видимо реализм, естественно. На какой же сложности играть? Да-да, у нас тут много было сохранений. Новые игровые данные. Было время, пробовали, да. Но надо начать историю заново. Это планктон? Что это такое? Пыль? Ну давайте же, поехали. Чё ждём? Зависло, что ли? Ух ты! Вот оно и начало. Привет. Томми, я... Томми, послушай. Он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага, да, пока. Эй. Пока. Okay. Подвинься. На работе достали, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. О, еще 12, нет. Солнышко, не надо, у меня нет сил пререкаться. Вот. Что это? О, днюха, поздравляю. Ну, часы раздражающие у нее. У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я и решила. Нравится? Rolex. Спасибо за часики. Нравится. Что? Очень, но... Слушай, они же не идут. Что? Нет. Приколс. Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Ага, сейчас мечтай. Ну, посмотрим пока ролик. Спи, котенок. Да-да-да, спи. О, наконец-то. Просыпайся. Мы уже хотим играть. Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Сара, не томи. Дядя Томми? Алло? Дядя Томми, что там? Что там, дядя Томми? Всё. Ты в моей власти. В чем там дело? Мне тоже интересно, что это лежит? Вот елки. Забыла отдать открытку. Шикарная открытка. Только разверни. Мила папочка. Так, посмотрим. Тебя вечно нет дома. Ты опять не можешь мою музыку. Ты презираешь все фильмы, которые я смотрю. И все равно ты ухитряешься быть самым лучшим папой на свете. И как тебе это удается? С днем рождения, пап. С любовью, Сара. С глубочайшей любовью. Где тут? Все пошли вниз. Папа? Папа, ты где? Где ты, папочка? Так, здесь нет? Здесь папы нет. Газетка.
Подожди, подожди, стой, стой. Я ж не успел прочитать вообще. Всплеск обращений в районной больнице. Число обращений по поводу загадочной инфекции возросло на 300%. Правительство расширяет списки опасных пищевых продуктов. Ожидается массовый отзыв поставок. Полиция. Обезумевшая женщина убила мужа и еще 3 человек. Ух ты, какой кошмар. Неужели это зомби? Папочка! Передается через продукты. Новый вирус. Так, сейчас посмотрим. Звук телевизора. Из порядка, который мы сообщаем ранее. Да, это нас сам скажет. Где ты ходишь? Есть сообщение, что... Где ты, папочка? Это рядом. И... Утечка газа. Надо выводить людей. Эй, вы! Судя по всему... Давай посмотрим. Кино в кине. Что это было? Ух ты! Взрыв! Да, у них весело. Папа! Сейчас найди его. Не переживай. Папа! Пойдем, пошли вниз уже спускаться. Да что происходит? Естественно. Интересно всем. Что же там происходит? Полиция тут едет. Массовые нападения на людей. Определенно. Так, тут есть что-нибудь интересное? Его телефон. Нет, не будем брать. А такой сейчас ролик начнется. Ай! Нет, я хочу назад. Я трубку не взял. Да. Ладно, судьба, значит. Никто не приходил? Я думаю, наоборот. Нет, а кто мог пойти? Не пойду туда. Не подходи к дверям. Стой, как ты стоишь? Хотел подойти только что. Папа, подожди. Ты меня пугаешь. Там же никого что нет. Что случилось? Это Куперсы. С ними что-то не так. Они больные. Заболели, что ли? Чем больные? Ой, привет. Боже. Джимми! Папа! Детка, сюда. Джимми, папа! Джимми, не надо от этого делать. Стреляй уже в нее. Что ты? Скорей. Что ты тянул, не понимаю. Ты видишь, он зомби. Ты выстрелил. Сара. Тебя не покусали, смотри, в крови весь. Тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Я тебя понимаю. Томми, давай скорее. Да. Пойдем, пойдем. Где это носило? Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Охренеть! Залезай! Ты же весь в крови! Она не моя, мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума посходила. Может, уже поедем? Зараза, а че за О2? Что это нам даст? Можешь сказать, что случилось? А, увеличение простое. Эй, Сара. Ты как, солнышко? Отлично. Хорошо. Не включишь радио? Само собой. Спасибо. Без связи, без радио. Да, офигенно. Еще да не может быть такого, чтобы вообще радио не было. И что сказали? Кто блокирует? Сказали, армия перекрывает шоссе. На что тут посмотреть? В округ Трэвис нет въезда. Надо вылететь отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь. А сколько умерло? Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали прямо в доме. Да. Да, она же в курсе. Прости. Она же новости посмотрела. Господи, что же это такое? Они не знают. Но не только наш город. Сначала сказали только на юге, теперь уже и восточное побережье. И дороже. Просто это ферма Луиса. Надеюсь, он успел унести ноги. Горит. Уверен, что да. А мы больны? Нет, конечно нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешними. Мы в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто знаю и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Эй! Не смей тормозить, Томми.
Стойте! Ну, правильно. Если ты бензин не хватит. Я, еще найдется кому помочь. Мы могли помочь. Щедрость нам не к лицу. Плохо дело. Когда всем до одного, одно и то же в голову приходит. И кто-то перекрыл дорогу. А можно по внедорожнице поехать, он слева. Объехать пробку. Твою мать! Я пропустил. Это... Сворачивай давай! Нет. Ну, ребята, с дороги! Откуда они бегут? Выбирайся. Куда они уж бегут? Да. Мы же не знаем. Не останавливайся, что Томми! Не могу же я их задавить! Делай что-нибудь! Кстати, тоже люди! Туда! Вот туда! Держитесь! Давай! Да сбивай их всех! Ух ты! Все. Приехали. Объехал бы там где-нибудь, по газону. Вообще проблем не было бы изначально. Эй, пап! Назад, детка. Отойди. Давай, ломай. Ломай. Я тебя не понимаю, что там говоришь. Спасибо. Я здесь, мила. Здесь. Дай мне руку. Что такое? Нога болит. Сильно? Сильно. Придется убегать. Мать. Томми, прикрой нас. Давай, ну давай, пушку, как бы, чуваку. Так, побежали. А куда бежим? Не приставайте ко мне. Отвяжись. Пойдем сюда. Напрямую сюда надо. Есть свет. Дайте пробежать. А теперь переулок. Нет? Ладно, пойдем дальше. Как будто нас ведут вперед. Отстань от меня, не толкайся. А, ну вот. Значит, в этот переулок. Да отпишитесь от меня, дайте пройти. Так открой. Что ты стоишь? Ну вот так давно. Да и что ты пристал? На что нажать? Даже ничего не горело. Я был нахуй толкнул. Почти пришли, малыш. Иди вперед! Найди выход! Иди давай уже. Джордж! Да только тебя и ждем. Быстрее! Все. Мы в укрытии. Беги к шоссе! Стреляй по рукам! Беги, спасай Сару! Я догоню! Ждем тебя там! Живо! Так. А тут надо спрыгнуть. Почти пришли. Да. Ой, за нами кто-то гонит. И, видимо, медленно, потому что я успеваю убежать. Ой-ой, еще кто-то ползет. Да отстань ты от меня. Ой, еще один раз. Защита. Не бойся, мы пришли. Пришли. Эй, нам нужна Стой! Помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Все будет хорошо, не Но тут ребенок.
Но... Yes, сэр. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... О, черт. Вот козел, а? Не надо. Сара. О, новая пушка. Сара. Не достал. Так, убери руки. Ничего, ничего. Сару ранили. Все. Потерпи, милая, потерпи. Все будет вот так хорошо. Трагически посмотри начинается меня. Новая игра. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Сара. О-да-дам. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. А была бы зомби? Можно было ее клеткой. Ну, жила бы хотя бы, да? Господи. С ним всю жизнь. Прошу тебя, не убирай. Прошу тебя, не бросай меня. Дочка. Вот и все. Это было начало. Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти. Нормальная вакцина. И теперь мы сумеем защитить. С сегодняшнего дня граждан. В Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные зоны. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦИКАДы. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь. А по-моему, просто хотят слово себе забрать. ЦИКАДы какие-то. Вместе с нами, оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь ЦИКАДам. Какой ужас. Лето? Кошмарный сон. 20 лет спустя. Да не стучит, он уже идет. Кто это? Доброе утро. Привет. Будешь? Нет, я... Конечно, не будет. Он это даже не выпил. Я тут кое-что полный бутылок стоял. Где ты была, Тесс? В Вест-Энде. У нас же там клиент. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя отстали? А чем занимаетесь? Дай-ка угадаю. Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Угадал. Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит. Нет, на пару месяцев. Ну ладно. А что с лицом? Это уже на обратном пути. Я нарвалась на двух каких-то козлов. Пропустила пару ударов. Но отбилась. Дай сюда. Эти козлы еще живы? Ты шутишь. Хоть выяснила, кто они? Да так, парочку уродов, но это не важно. Важно, что послал их никто иной, как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. И он хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я знаю, где он. Пока только знакомство. Что? Да брось ты. С персонажами. Старый склад в зоне 5. По крайней мере, сейчас он там. Ну так пошли. Идем? Еще как идем. Идем, идем. Резервация там какая-то у них. Третий блокпост открыт.
До комендантского часа мало времени. Да успеем. Спешить. Пошли уже. Да ладно, правда? Правда, правда. Отправляют на общественные работы за кордон. Что за зачем людей контролировать? В патрулях должны быть солдаты. Непременно им об этом скажу. А солдатам платят? Ну халяву, конечно. Никто не захочет сходить в патрулях. Внимание! Граждане обязаны носить такое определение личности и выполнять все приказы персонала. Смотрим. Это потому что правительство не хочет допустить, чтобы они там бунт какой-нибудь подняли. Ну, цикады это. Вроде против зомби воевали. Нет? А в чем причина? А, да, точно. Ищет нелегалов, точно. Похоже, зараженных все больше. Да, он не похож на зараженных. Где бежит отсюда? Красиво. Теперь у нас новые документы, так что проблем быть не должно. С новыми документами? А со старыми что случилось? Документы. Пожалуйста. Куда идете? Выходной. В гости идем. Ладно, проходите. Спасибо. Опять это цикады, да? На них написано, что ли? Типа, я цикада. Вот, спасибо, что научили быстро разворачиваться. Ну, беги давай. Внимание! Пятый контрольно-пропускной пункт закрыт. Всем гражданам немедленно покинут его окрестности. Только дронов недостаточно в воздухе. Вот тебе и легкий путь. Останови уже кровь. Аптечка. Перевязывайте свои раны с помощью аптечки. Перевязка требует времени, поэтому используйте аптечку в безопасном месте. Выберите аптечку с помощью крестик вверх, да? Лечение удержите R2. Ну, используй, давай, что ты ждешь? А? Он мне сломался что-то. А, ну присесть надо. Я думал, просто хочет присесть. Ну окей. Теперь все пропускные пункты закроют. Нужно обойти снаружи. Ну да, мы сильно торопимся. Ну или можем отпустить Роберта. Да кто он такой вообще? Эй, Тесс, ты это видела? Я была. Мы там были. Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Патрулей нет. А вы-то куда? В гости к Роберту. Гулять. Вы тоже? А кто еще конечно его ищет? Марлин. Она пыталась. Какая Марлин? Марлин? А зачем цикадам Роберт? А, ну из цикад. Она ясно мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю, где вы. Молодец. Обманываешь. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. И тебе не болеть. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится. Кто такая Марлин? Надо найти его раньше, цикад. Слушай, мне тоже не нравится. Она от меня что-то скрывает. Это мы? Ну, наконец-то бег вывез хоть какой-то. Шахматы играет. Все нормально? А, все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. О, проход. Джоэл, помоги. Да блин, я хотел поговорить с человеком, что ты к нам пристал? Да двигай, давай, двигай.
А какой ну-ка, четкий спокойно. У тебя телевизор. Прям как будто нарисованный. Ну, понятно. О боже, ну и вонь. Выбрасывают все подряд. А свет есть? Да. Вообще замечательно. Со света-то проще. Берем снарягу. Где снаряг? Наши рюкзаки никуда не делись. Ствол. Много патронов. Патронов мало. Не, патронов мало, да. Да ни за что. Фонарик? Это был фонарик? R2. Подсади меня. Да не подожди. Подожди ты, дай, сейчас разберусь. Так, это пистолет. А как убрать? Так, понятно. Ага, все, ясно. Подсадишь? Не, нет, я хочу посмотреть, что тут. Ну ладно, ладно, иду. Да ты все торопишься. Готов? Конечно. А меня? Давай. Руку. Что руку? Странно, ничто не горело. То, что надо нажать там, например. Вдруг на другую кнопку. На квадратик, например, а не треугольник. Вид странный. Давай. Выбрались. Осторожно. Ну, ясное дело. Вопрос с подвохом? Даже не знаю, есть смысл что-нибудь смотреть здесь? Кроме как давно на вид. Я здесь не был. Мы как на свидании. Как красиво. Ты же знаешь, какой я романтик. Да, уж знаю. Постапокалипсис. Где лестница? Должна блин, быть да что ты, давайте уже. Мне что ли искать придется? А вот и лестница. Есть. Супер, тащи. Прям как будто обучение. Ты же не сказал ставить, я принес. Держи. Он вообще ничего не может мне сделать, да? Ладно, ладно, поставлю. Ну ставь. Что ты ждешь? Дамы вперед. Дамы вперед. Дамы. Это я, что ли, дама? Ну да, ты. Ну, вроде того. Сюда. А мне кажется, просто лестницу спрятали. Чтобы никто не упер. Вон-то что-то есть. Давай посмотрим. Какие-то запчасти, как их взять? Понятно. Все на пирамидку жмем. Ну, в смысле, треугольник. Треугольник основное действие, видимо, у нас. Уходи, я еще не осмотрел помещение. Вдруг что-нибудь интересное будет. А вот еще что-то лежит. Медальон цикад. Да что-то смотреть на медальон. Я думаю, там ничего интересного. Думаешь, пушки еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Кстати, а когда следующая партия? Билл придет в следующем месяце. Обещает таблетки и патроны. Стой, споры. Что за споры? Превращает людей в зомби? Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Да мне даже интересно, откуда они. Откуда-то. Будь начеку. Они приходят? Я думаю, вырастают. С трупа. Свежий. Ничего страшного. А вот еще труп.
здесь должны пролезть. Твою мать! Ты цел? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. Сила вдруг. Сюда. Тише. Сейчас. Смотри, смотри. Помогите. Нечего. Не хочу превращаться. Не бросайте меня. Не за что. Пошли. Что-то ничего хорошего не было. Какие-то ништячки там, детали. Которые не понятно на что, опять же, нужны пока. Ну, крафт, наверное, чего-нибудь. Кроме патронов, естественно. Впереди, слышишь? Шшш. Кто там храпит? Буйные какие-то. Что будешь делать? Откажись зараженному и возьмите его в захват. Скрытое убийство? Наебал какой-то. Ой, ты что? Давай, руками будем всех бить. Да ты что, офигела? Ай! Я невкусный. Вот так, первая встреча, уже покушали мной. Стал обедом. Давайте еще раз попробуем. Все как учили. Подкрадитесь, а потом убивайте. Да убивай ты его. Он вырвался. Да отвяжитесь от меня. Спасибо, что пришли. Шел вон. Ой, я промазал. Патроны кончились. Мочи. Мало патронов было. Ну, это все. Думаешь? Надеюсь. Возвращаемся в город. Да ладно, мы только что пришли. Я буду надеяться, что зомби больше не будет. Патрошек нет вообще. Это более экономно. Ладно, пойдем наверх. Сейчас все посмотрим. А это что за вещь? Записка брату. Давай посмотрим. Читать. Привет, братишка, у нас почти получилось, но увы. Сейчас я сижу снаружи и знаю, точно никогда не попаду в зону. Пока мы ждали контрабандиста, пришел армейский патруль. В панике мы попрятались в заброшенном доме и не заметили, что там были споры. Теперь мы заражены, и у нас осталось только несколько часов. Максимум день. Надеюсь, контрабандист все-таки придет. И я передам тебе эту записку. Надо было послушать тебя и пойти в зону, пока еще был шанс. Теперь уже поздно. Удачи, Марк. Да, печалька, чувак. Зараженные пытаются проникнуть в зону. Об этом только и говорят. С такими ходами. Просто эти бедняги снаружи хотят жить в безопасности. Ну да. Особенно если они заражены. Вообще все понравилось. Печаль. Прыгай. Зеленая вода. Кислая. Натуральная. Вот за что я люблю природу. Потому я что тоже. Город воняет. Ну так закажи Билу освежители воздуха. Сам знаешь, они у него просроченные. Машина. Может, в багажнике что-то есть?
Не, сюда. Пусто. Еще один тайный проход. Прикрой вход. Ладно. Доку там еще идти. То это припеть становится опасно. Ни патронов, ничего нет. Черт, доска упала. Доска, доска. Будь другом, а. Доска куда? Да сейчас, подожди. Сейчас. Сейчас я тебе подам эту доску уже. Ну-ка, передай мне. Лови. Ну, давай уже, ставь. Она тяжелая. Справлюсь как-нибудь. А нам тут ништяков не положили, да? А что за листочек? А, я думаю, почитать можно. Просто табличка. Пойдем, пойдем. Не останавливайся. Все, залезай и пошли. Проверим, нет ли рядом солдат. Да какие солдаты, что? Рита, пошли. Давайте, наверное, на этом закончим. На сегодня. Всем спасибо. Ставим лайки, подписываемся. И до новых встреч. Всем пока.